Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Лэнд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Российская певица Сати Казанова раскрыла подробности взаимоотношений с коллегами на проекте «Фабрика звезд», который принес ей славу. По словам исполнительницы, за кулисами шоу случались истерики и даже драки. Участие в «Фабрике» Казанова назвала насыщенным, но очень тяжелым опытом. Участникам тяжело давались постоянные выступления и стресс от возможного вылета из проекта. «У нас бывали разные срывы, и истерики, и драка. Все было», — говорит Казанова. Казанова также призналась, что не была готова к обрушившейся на нее славе. По словам певицы, ей снесло крышу от поклонников, автографов и концертов при полных залах. А вы помните проект «Фабрику звезд»? Напишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение. Вы смотрели «Ананас Лэнд». Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. «Ананас Лэнд» – ананасовое настроение.